В спорткомплексе «Зенит» прошло первенство города по плаванию. В нем приняли участие абсолютно все спортсмены-пловцы, от самых юных до мастеров. Наша съемочная группа наблюдала, как держались на воде мальчишки и девчонки 2003 и 2004 годов рождения. В этот день у каждого спортсмена была своя цель. Одни ныряли не меньше, чем за призовым местом, для других главным было выдержать дистанцию на соревнованиях и преодолеть свои 50 метров, пусть и не вольным стилем, а как получится, но обязательно оказаться у финишной черты. Я очень люблю бассейн, и я перед соревнованиями очень боялась, что я устану и не смогу проплыть это соревнование, но я уже в конце как-то так устала и приплыла первой. Я боялась то, что если мне не хватит дыхания, я не смогу до конца доплыть и приплыть, как они с последней. А так перед соревнованием я уверенно собрал в кулак. Это первенство одновременно и показательное выступление для родителей и итог совместного годового труда. Это уже для тренеров. Хотя волнуются все взрослые за своих пловцов одинаково. Волнение, переживания за их, Хотелось бы, чтобы они выигрывали побольше, призовых мест получали. И так же, как и их родитель второй. Все их переживания. В ноябрьске, к слову, сегодня на весь город всего 4 профессионала, которые воспитывают спортсменов-пловцов, а детей и подростков, посещающих секции плавания, более 200. И еще больше тех, кто хочет заниматься этим видом спорта. Но, увы, говорят тренеры, взять больше воспитанников просто физически не получается. А вот что получилось в этом учебном году, так это достичь результатов, которыми может гордиться весь город. Я хочу сказать, что вот мы в этом году выиграли спартакиаду школьников в ЯНАО, первое место заняли. Значит, наш мальчик, который с ограниченными возможностями был на России, 2 вторых места, 1 третье, 1 первое. И еще у нас мальчик Калмурзин Рувим. Вот сейчас мы приехали из Тюмени. Там спартакиада школьников была УРФО. Он занял 2 вторых места. А результатом городского первенства стали 31-х мест, 32-х и столько же 3-х. Вот имена самых маленьких пловцов-победителей, которым от 7 до 10 лет и которые заняли первую ступень пьедестала. Девочки Анастасия Ефимова, Софья Сологуб, Александра Першина и Полина Гончар. Среди мальчиков это Максим Мясников, Илья Михайлов, Клементий Нищерет и Владислав Дудин. Это первенство официально закрыло плавательный сезон в ноябрьске. Кирилл Мигель, Ирина Потехина, Григорий Куроптев. Новости нашего города.